Открытых очагов горения на полигоне твердых бытовых отходов уже нет. Здесь вторые сутки работает специальная техника ГУП благоустройства администрации города Цхинвал, которая проводит засыпку тлеющих масс грунтом во избежание повторного возгорания. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов начался 2 дня назад. С учетом погодных условий пожар очень быстро распространился. На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты, однако им потребовалась помощь, вследствие чего была задействована спецтехника служб столичной администрации. На данном этапе продолжается засыпка полигона грунтом. Также работает и техника МЧС на случай возникновения новых очагов возгорания. Внизу дежурит пожарная машина, чтобы огонь не распространился дальше. Сотрудникам МЧС было сброшено вчера 250 тонн воды. Как показала практика, то есть результат дал эта вода, но незначительная. Также на месте работают городские службы, которые засыпляют все землей вместо пожара. То есть ведутся работы, как вы видите сами. Учитывая тот факт, что мусорная свалка расположена на склоне, грунт сползает. Таким образом, невозможно полностью накрыть тлеющие массы, что создает некоторые неудобства для тушения возгорания. Работаем 2 дня. За это время нам удалось покрыть мусор грунтом площадью 100 метров. Несмотря на то, что этот дым очень вреден для здоровья, работаем до полуночи, чтобы в короткий срок задымленность на свалке спала. Работы по ликвидации пожара ведутся в круглосуточном режиме. Как заверили в МЧС и Управлении благоустройства, будут приложены все усилия, чтобы предотвратить на полигоне новые очаги возгорания и полностью потушить пожар, чтобы вредный смог больше не доставлял горожанам неудобств. Анжела Кокоева, Альдина Чехоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.